Даже иногда деньгами, которые, которым надо лечиться, которые не знают, куда пойти, что делать, ну как бы. Если не слава.
том случае, если мы хотим ее заселить, она не хотим. Они подозревали равномерно. Кстати, недалеко, по-моему, от Мышкина. Ну, это, в общем, народ. Не впервые, как говорится. Да, интересно. Дует коров, кормит. У нее это очень хорошо получается. Она в детстве, он жил в деревне, они тоже держали корову. Ну, то есть что-то делать могут. Ну, это надо собирать. Вот. Это он как конструктор, как кукольный дом работает. Вот. Не просто вот конструктор собрал, а он, может, там стену разобрал, например, там одну или две стены, и играешь там внутри. Уже обеды скоро все захотят. А, ну отлично. Все в шоке, потому что здесь очень шумно. Живые отходы либо промкодом, либо вот этот компост. У нас здесь 10-литровая кастрюля сразу на неделю. 6 лет. А бабушке? Бабушке 66. Я уже пробовала. Он пытается раскусить эту штучку. А, получается? Ой, он есть. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Может быть, поэтому я захотела жить в деревне, потому что я без этого даже. Моей тете, двоюродного брата, там печка, вот там мы тоже, да. Ты берешь и вот на этой соломе прям моешься. Ну, я была маленькая. Я помню, какой делать для уборки со стола. Панель. Да. Нет, вряд ли она прокусит. Да. Мне кажется... Только мать. Папа. Какой компьютер?
сначала тесто, потом посуду, ладно? Сверху на тесто посыпь. Ты можешь тесто замесить. Надо помидоры порезать, лук. Нужно сделать прямоугольничек. Давай. Вперед. Сильно не дави только, а то прилип. Много всяких украшений делала на пироги. Поле мужики оро, в осеннем море корабель плывет, в осеннем море.
Вверх. Такое ситечко процесс живого молока. Достаточно едим сахар. Было очень забавно. Сейчас жара такая, смесь молока очень быстро киснет. Порой несколько часов. И все. Так. Опа. А это рыба. Yeah.
пальчиком перебирают. Это внимание. Мадак идут и идут. Мадак катышек за катышком. Вот здесь говорят, помяни меня, Господи. Далеко-далеко. Куда? Его будут белочки и лисички кушать. Давай яблочко уберем. Сюда! Сюда! От начала до конца поставить дойных коров всех себе. Высокие лошади с крупным животом, с такой достаточно крупным таким крупом. Вот. Я вот так, наверное. Это много тут у них. Нет, мы будем, мы Злату прокатим, потому что... Ну, надо сорвать. Сейчас как дерну и посыплются. Подходите, а то по голове. Отходи, 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 отходи. Ой-ой-ой-ой. Пчел? А что там их показывать-то? Стоит домик, а пчел их не вылетает. У нас такие красивые были цветы по весне. Побольше, чем да. Да, это покрупнее. Ну, это попробуйте, тоже вкуснее. Действительно. Сейчас вот проверю, пальцы не касаются ли. Бывает иногда расшатываются по дороге. Я так периодически останавливаюсь, проверяю пальцы. Да, ну ладно, слава богу. Давай. Ой,
у нас домой зачем? Там можно коленки прикидать. Иди сюда. Это что такое? Это что такое? Колька, будешь рыбку? Рыбку будешь, Кольки? Давай, Ваня. Блин, тут падает далеко. Нормальный грибок. Не, ну там-то уже другой лес уже пошел. А пята да, пята есть, да. Причем не только летние, еще и зимние. Раз, два, три. Какие глаза у нее были? Красные. Вот такие. Так. Стойте за себя! Тысячковое море. От кого-то? Только ты не успел. Он, по-моему, занят. Кто? А твой фотоаппарат не знаю. А ты где его оставляла? Ой, я вместо тебя! Ого, вот это да. Нужные, не нужные. Ой, тут! А ты зачем покажу? Подойдите с дороги. Ладно. Да я не могу его оставить, и тогда ты все. Должен убежать тебя. Тебе дать фору, чтобы ты убежал. Вода не вода, вода не вода, свобода. Сажал, 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 с
плачь, не плачь, Дуня, не плачь, не плачь, Дуня, не плачь, Дуня, не рыдай, не рыдай, за слюновый сарафан, сарафан. Ah.
по козлят с той стороны. Как его? Баклажаны драть. Это да. Там. А ты скосишь, да? Я скушу. Ага. На. И куда это? В эту. Как зима. Начинайте выдирать. А, да. Вот так берешь. Дим, ну шустрее, можно? Перчатки были в печке. Прям мучает. Давай. Она. Прям какая-то... Давай, забирай. Чего там? Давай все это, выгребай вот это. Чаще сейчас ты видишь. Да. Эля, помогай. А кем? А ты что ешь? Любая. Мама вручную. Тут очень много. Сынок, Марк, это еще убери. Сколько
Ладно, Ванева. А, докатался. У тебя все нормально? Точно? Чего мы сладкие? Покатался. Ну ладно, хорошо. Иди полети. Я не знаю, за что. А, это ты. Сломано, я его починила, родители мне его отдали. Потом мы его продали, и у меня было ноль просто. Ну, типа, никакого мопеда. Я начал зарабатывать. Заработал свои первые 3000, я купил себе очень, ну, полностью сломанный гнилой мопед. И его восстанавливал. Все, что тебе нравится, на все посмотреть. Мы с Лерой. Вот наедимся с картошечкой. Ну, спокойно. Все, все. Вот это плохое, а там хорошее. Я не только макароны с фаршем не стала есть. Это, наверное, на целых 2 месяца не хватит. Больше решек не будет. Ну, Лёш, давай. Помидоры перебрала. Гнилых. Да, Дима? Там еще в холодильнике нету? А? Ай-яй-яй. Не сейчас-то. Там же не вобрать не буду. Угу. Он еще уже этот. Много его. И вон. Дима, Аня, дай я вам очистки возьму. А вот я заломала. Дима, мы кушать готовим. Сейчас кушать будем. Ой, это гудение меня подалось. Я самая мама. Вот это поправь, пусть на фоне этой занавески. Вот эту занавеску вниз поправь. Бежите. Так еще вот, а вам. Люлюнечка, я не ложку сразу захвати. Люлюша, посолить, что ли? Вот так все. Thank you.
Открываем. Вот сейчас я просто тепло, так я там закрываю. Три штуки, значит, яичек. Фото быстренько. И свои. Нет, там правильно с той стороны. Нет, не до конца доделаем. Чаю. Чаю пить хочу. Это хлеб мы сушим. Ой, какая что-то получилось. И вон она уже стали.
играть. С детьми буду играть. Сейчас грязно на улице. Немножко постоит, чтобы повытух. Повытухнет немножко потише. Давай закроем, чтобы он пёкся. Суть африканская дворняга. Все это несколько окрасок существует. Белый, маленький кот, барбек. Я сейчас поставлю пример. По своим мискам, по своим. Я их выпускаю. Ну и где-то делаю. Да, главное. Они причем еще все не могут сами вместе. Они, как правило, здесь вот прячутся под этой. А там зайцы пришли в гости к мышам. Это охотничья собака африканская. Раз она не лает, ей на травяном шнурочке привязывают сушеную тыковку размером с кулак. И набивает эту тыковку камушками. И она бегает вот с такой погремушкой. Собака загонная, стайная. Собак стая, например, штук 30. Она будет преследовать их. Не пьют воду, но они безумно любят купаться. Садятся в тачку. Деревня была богатая, являлась центром, волостным центром сбора дани. Деревня Большая Сова, Панфиловской волости, Рыбинского уезда, Ярославской губернии. Мне понравилось, я живу в такой красивой деревне. Не просто Бесово, да? Бесовщина какая-то, а Большая Сова. Я заказал кузнецу, известному кузнецу с города Мышкин, кованую сову. Вы видели, да, на заборе? Очень хорошая сова, она мне очень нравится, это искусство. Мне очень нравятся кованые вещи, там чувствуется энергетика мастера, вещь такая завораживающая, ну, вечная.
Это у нас птенец сипухи. Это золотая совушка, совушка любви. Вот. Зовут его Сережа. Должны быть перья, кости и мех грызунов. Ну, Сережа я его назвал, потому что серит как конь. Перерабатывает все вот эти кости, перья, мех мышиный. И птичка, сова, через клюв срыгивает, выплевывает вот такой шарик. Он называется погадка. И вот из черного дерева такую трость с совой выбирал для меня. Там, видимо, были варианты с меня сова. Просто ночной звонок, 2 часа, самый глубокий сон перед пробуждением.